Всем здравия! Вы находитесь на канале братьев Приходько, а мы сегодня вдвоем с Сергеем находимся на забереге. Сегодня будем продолжать ловить живца. Сход был, представляешь, на пустую мормышку только что. Уже клюнуло, да? Да, всем привет! Живец уже клюет, палаточку поставили, будем сейчас заготавливать живца. Сейчас потихоньку установим барахло, все. Разожгу шмель и будем ловить рыбу. Протока до сих пор не замерзла. Река Печора, соответственно, тоже. Ждем. Но заберег, как видите, гораздо больше стал. Мы туда пока не лезем, не рискуем. Здесь уже лед поплотнее, где ловим нормально. Тем более, что, в принципе, это все не нужно, так как живец и так здесь ловится хорошо. Помимо живца попадается еще и белая рыба, плюс окушок. В общем, все замечательно. Так, все, дальше распаковываемся. Пускай шмелек прогревается пока. Так, шмель горит. Сегодня будем ловить на удочке без течения, для кури, для озера. Потому что здесь оно очень слабое. Взяли мормышки потяжелее. А верхние у нас нимфы. У меня вот такая нимфа. Паденочка темненькая, золотистой головкой. Сергею дал удочку, там тоже вольфрамовая мормышка и нимфа зелененькая. Мне прям жарко. Неимоверно. А я уже тащу. Вот первый заброс. Решил окушка проверить. И сразу же есть ёрш. Живец пойман. Так, еще один ёршик попался. Тоже пушка наиграл мелкого. Окуня вообще не берем мелкого на живца, пока ёрш есть. Привет, ёрш. Ох ты, один сорвался, видел? Не, не видал. Поплыл. Дуплетом шли. О. Только что сорвалось. Сорвался один, одного вытащил, а эти не сорвались. Оба. Червяк начинает походить на этого ершового, когда одна высосанная абсос, ершовый, да. Абсос. Еще раз только пустых поклевок у меня не было. О как. Вот это да, дуплет. Такой совсем не такой, такой пойдет. Ох, что-то хорошее. О, сижок попался. Нормально. И ёрш. Вообще отличный сижок и ёрш. Вот так вот. Нормально. На что попался? На червя? Нет, на это. На нимфу? На нимфу попался? Да, на нимфу.
На зеленую. Да. Вот отлично. Работает. Ну, хорошее что-то взял. Хорошего ерша на нимфу. Снасть понежнее взял, сделал. Леска 0,16. Ощущается получше сейчас рыба. Все. Опять нет никого. Что ж такое? Где налим? Никодим. Все там бойкое, живое. Вон он бьется, ёршик. Все, иди, лови кого-нибудь. О, одного живца нету. Мог и сам убежать. Так, ладно, пока опустим. Что-то тут тоже никого. Никого. Ерши бодрые. Налимов нету. Никогошеньки опять. Все живые, все на месте. Все на месте, все бодрое. Блин, шикарные такие ерши. Никого. Вот заключительный продольник. Если на нем ничего не будет, значит, можно сказать, день впустую. Вся работа проделана. Хотя здесь глубина намного больше, чем в предыдущих. В прошлый раз, в общем, чем мы ставили. Ну, что зацепился-то. Все, бодрячком, нет тут никого. Я чувствую. Все на месте, все живые. Все. Такая рыбалка, не рыбалка. Рыбалка была, а налима нету. Не знаю. Видимо, в этом месте его нету. Будем продолжать дальше искать налима. Здесь места для меня новые, я не знаю. Скажем так, дна. Вот, методом тыка пока. Пока рыбалки другой не представляются, ловим пока так. Ох, ничего себе, это кто такой? Это кто-то был. Наглый.
Ну какой окушок попался. Ну, хороший. Вот, надо повыше, значит, поиграться. Ах ты. Еще походу окушок был. Выпросил, что ли? Нет, дальше. Крупный ёж. Что это? О, окушок хороший. Выпросил. Попался у Сереги. Ух ты, и у меня такой удар был сейчас по губе. Тоже, видимо, окунь. Опа. Есть еще окушок. Неплохой. Окушки подошли. Ой, еще лучше, смотри. Нормально. Да я говорю, у меня червяк кончился. Есть. Ушел. Ну, хороший. На нюхочку взял. Такой же. О, тоже. Вот, еще один красавчик. Тоже не дотягивает чуть-чуть. До размерного. Иди домой. Набирай размер, да? Ага. Не попадайся щуки. Да. Ну, пойдет. Пойдет. Нет. Высоклад одна? Ну так же, стандартно. Что мне ерши начали брать. Представляешь, сколько надо будет в течение года червя заготавливать? Смотри. Ух какой. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Куда? Вообще красавчик попался. Так, надо тоже как бы червячка нормально наживить. Ёрш крупный. Угу. У меня тоже. У меня тоже. Хороший. Ёршик убежал. На высоте? Угу. Ёж, какой. Вот это да. Кабан.
Ну, есть окушок. Ого! Вот это ерши, да? Да вообще! Представляешь, как бы сопротивлялся ерш килограммом, весом в килограмм? Угу. Ух ты! Вот он. Есть, тихо. Стой. Я тебе зацепился. О, есть. Еще один. Красавчик. Плавает. Угу. Ага, у меня тоже. Вы себе. Крупные. Вот это да. Вершаки вообще. Ну, у нас итоги дня какие сегодня? Где-то, наверное, пол ведра ершей надергали. Таких именно отборных, мелких не брали сегодня. Коту вчера наловили, нормально, хватит тебе на какое-то время. И окуней надергали. В общем, они там валяются кругом. Те окуни там. Вот там еще сижок еще один попался. Налим не попался на продольнике. Все, улов сегодня хороший. Мне лично понравилось, особенно под вечер. Окушок порадовал. Тебе как? О, вообще отличный день, окунь. Вот такой крупный, зачетный, ерш зачетный. Все круто, ребята. Как вы поняли, пришли мы сюда проверять продольники. Оп. Ух ты, вода вышла. Вода вышла на лед. Да. Обратил внимание. Это где-то давит. Ну, снега насыпало много. Продольники наши засыпало. Ну, с одной стороны, это очень хорошо, что снега навалило столько. Ух ты, воды сколько. Ого. Ух ты, воды-то сколько, смотри, да? Да, что-то прям много налило. Будет теперь чем продольники засыпать. А то не было. Лунки сильно промерзали. Ну, полностью. Потому что 22 градуса у нас уже было один день ночью. Что ты ищешь? Ну, чуть мне показалось, это продольник. Да, слушай, тут уже не видно, где они находятся. Так, я думаю, надо сначала продольники найти. Потом будем заниматься. То сейчас стемнеет. Так, еще один обнаружил. Этот со старой лункой. С первыми. Значит, два доставленных должно быть там. Или здесь еще один такой. А там дальше два. Значит, надо где-то тут искать. Так. Вот они, наверное. Ага. Так, это тоже с лункой. Так, соответственно, либо еще один здесь. Новый, и там последний. Точнее, будет первый, получается. Так, идем сюда. Вот он. Так, это что у нас? Свежий или с лункой? Свежий, получается.
Это раз, два, вот тут крайний выходит у нас. А что, я пойду дальше тогда разгребать? Начнем проверочку, это уже темнеет. О, нету. Одного живца нету, один есть мертвый. Тоже живца нету. Сожрали. А тут налим сидит, в заглот сел. Ну что тут полкило в нем, не крупный, но ничего не поделаешь. Что значит не могу? Нету слова такого «не могу». Вот. Продолжай. Нашел? Один еще, да. А ты что говорил, не могу? Это другой. Какая разница? Я говорю, тебе нету такого слова. Вот теперь ищи промежуточный, его легче будет найти. Так, живца нету. Там один остался. Тут у меня подшипник стоит на груз. Все время беру этот продольный, думаю, такую тяжелую, что-то попалось. А тут подшипник. Так, ну тут тоже нету живца, и там, похоже, тоже нету. Опять никого. Тут ёж на месте. Там тоже вроде сидит. Ух ты. Тут запутано все. Ого. Это как это так? Кто их тут гонял так? Или это я так поставил вчера? Неудачно. Видимо, поставил неудачно. Так, тут пустой. И там, похоже, пустой крючок. Поймал. Так, тут на месте, там, похоже, нету. Или на месте тоже. Ну, вот такой вот у нас сегодня улов, аномалия. Завалило снегом. Мы вот, когда уходили, у меня уже была мыслишка, что надо быстрее сюда идти. И чем это обернулось, тем, что мы потеряли, наверное, часа полтора. Думали, будет снег, но не до такой степени. Ну, в общем, такая вот проверочка. Желаю всем здоровья, успехов, счастья, мира в дом. И будь добру. Ну, Сереж, к вам тоже. Всего хорошего.